В домашнем матче с омскими крыльями прервалась серия тюменского «Рубина» из 18 встреч с набранными очками в чемпионате «Олимбет ВХЛ». Фарм-клубу омского «Авангарда» впервые удалось победить в Тюмени. Не смог продлить свою серию матчей с голами до пяти нападающий Кирилл Кашурников. За 34 секунды до финальной сирены отличился молчавший до этого 12 матчей Никита Попугаев. Лидеры таблицы играли без вратаря, но было уже поздно. В первом периоде голевой укол им нанес Тимур Кол, а во втором отрезке Антон Ковалев. Эта игра продолжение омской игры, можно так сказать, это игра уровня плей-офф была. Много силовой борьбы, много стычек, так скажем, конфликтов на льду. Набрав 48 очков, «Рубин» лидирует в таблице. 27 ноября тюменцы примут «Динамо» Алтай из Барнаула, а 29 числа – «Новокузнецкий Металлург».